В Кирове пенсионеры при раздаче футболок и бейсболок ЛДПР устроили вот такое. Ну это бред, а? Кепочки давайте, кепочки там давайте. Молодой сейчас будет. Обалдеть. Тут все подурели. Куда вы идете? Тут у меня ребенок тут идет. Все больные уже. Что ты крашь-то? Что у меня там брала? Какой ужас. Столько много мужчин хватает. Это кошмар происходит. Даже дети себя так не ведут, как эти люди себя ведут. Это просто дикость. Такая же ситуация, как у нас в городе. У меня трое внуков, я пришла получить подарок. Подписывайся на канал, я надеюсь, такого не будет.